1 сентября на базе губернаторского инженерного лицея в Ульяновске открывается кванториум. Ученики смогут заниматься в нем абсолютно бесплатно. Уже сегодня для занятий подготовлены все помещения, закуплено оборудование. Планируется, что центр дополнительного образования разделят на 4 квантума – аэро, энерджи, промо-робо и хай-тек-цех. Дети погрузятся в альтернативные источники энергии, познакомятся с высокотехнологичными роботами и увидят, как работают станки с ЧПУ лазерные и 3D-принтеры. Отличие школьного кванториума от кванториума технопарка в том, что деятельность кванториума будет тесно вплетена во внеурочную и кружковую деятельность лицея. Помимо этого, уже набран кадровый состав. Обучать детей будут преподаватели, которые прошли переподготовку и повысили свою квалификацию в столичной академии просвещения. Так, например, «Аэроквантум» возглавит победитель WorldSkills 2019 года в компетенции обслуживания авиационной техники. Ульяновск у нас авиационная столица. Не надо забывать о том, что дети, школьники должны понимать, что такое самолет, вертолет, для чего они необходимы, и кратко уже углубляться как бы во всю функциональность тех или иных летательных аппаратов. В кванториуме будут заниматься школьники с 5 по 11 класс.